Новости. Сотрудники краевого Минстроя отдали свою кровь для спасения детей. Такая благотворительная акция прошла в Ставрополе в честь Всемирного дня ребенка. Первыми на станцию переливания крови пришли министр строительства и архитектуры вместе с зампредом краевого правительства. Я думаю, что это святая обязанность каждого человека пожертвовать кровь на такое благое дело. Но, во-первых, я сам многодетный отец, поэтому не безразличен к судьбам и жизням наших детей. Поэтому сегодня не мог остаться равнодушным, поэтому я здесь. Для многих это далеко не первый опыт донорства. Участники акции убеждены, пополнение банка крови должно быть не единовременной акцией, а хорошей привычкой каждого. Всего несколько минут, и возможно, что одна спасенная жизнь. Поэтому это очень важно и нужно. У меня опыт был сдачи крови, пока не регулярно, но сегодня посмотрели, что это все просто, быстро, не мешает рабочему графику. Поэтому будем сдавать регулярно всем коллективам Минстроя. Кровь доноров будет использована для спасения детей с онкологическими заболеваниями, а также для пациентов, которым в экстренном порядке необходимо переливание. Деньги, полученные от сдачи крови, были направлены в донорский фонд «Подари жизнь». Тамара Гадомская, Анастасия Романова и Никита Чуб, АТВ «Ставрополь».